будет скучно, постараюсь как-то разбавить это какими-то веселыми картинками. Потом поговорю про... сам начал. Значит, ситуация в России такая, что 56% людей погибают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это прям много. Ну, то есть получается, что прям, ну, больше половины людей погибнут от инсультов и инфарктов. То есть в основном погибают инсульты и инфаркты, это сердечно-сосудистые катастрофы. У них один и тот же механизм развития. Я потом попозже расскажу, как это все происходит. Вот. Но дело в том, что сердечно-сосудистые вот эти катастрофы, их, в отличие от онкозаболеваний, довольно легко предотвратить, довольно легко бороться. И главное найти эти определенные маркеры, которые говорят о том, что это может в ближайшее время произойти, и правильно отреагировать в ситуации возникновения этих катастроф. По некоторым данным, если, ну, во-первых, люди себя будут правильно вести, во-вторых, если государство что-то изменит, то на 80% можно будет снизить сердечно-сосудистые катастрофы, и, соответственно, каждый человек будет... Там есть такое выражение, каждый человек будет доживать до своего рака. То есть тогда... То есть вот с этим показателем прям можно бороться, и в ряде государств, которые довольно компактные, это было осуществлено, например, в Чехии, где поставили там станции, где делают стентирование, как рестораны Макдональдс, вот с такой же частотой, и экстренно всех довозили туда, и это прям реально очень все... Прям здорово получил. Вот то, о чем я говорил. Вот, сегодня прочитал статью, что ведущие здорового образа жизни живут на 18 лет дольше, чем ведущие нездорового образа жизни. То есть это, ну, прям очень много на самом деле. То есть это прям почти целое поколение. Но если мы говорим о том, что ведущие нездорового образа жизни могут там понянчиться с внуками, то вот здоровый образ жизни могут понянчиться с правнуками, например. Вот. Значит, что такое там, за счет чего же можно продлить собственное существование, увеличить вот этот на 18 лет прибавить, избавиться от вредных привычек, контролировать вес, контролировать артериальное давление, регулярные аэробные нагрузки и регулярные диспансеризации, которые повышают грамотность населения. Вот здесь сейчас... Значит, про курение. Банальные вещи сейчас расскажу, правда, никто не курит, кому я рассказываю. Значит, в отличие от чего не знаем мы, того, что не сам никотин вреден, а вредны продукты горения сигарет. Они являются чисто химическими агентами, раздражителями, которые через легкие очень быстро попадают в кровоток. Это в основном вещества с неспаренными электронами, и за счет свободно-радикального механизма эти агрессивные молекулы атакуют в первую очередь стенки капилляров, стенки артерий, вызывают их повреждения, химическое повреждение, нарушается отрицательный заряд и начинает прилипать холестерин к стенке артерий, потому что холестерин — это такая замазка, которая, знаете, как в саду там замазывают на стволе деревьев такие штуки. Вот холестерин, он замазывает повреждения артерий, он как бы он откладывается в стенке. Но дело в том, что под воздействием свободных радикалов холестерин окисляется, он становится чужеродным для организма, организм начинает вырабатывать молекулы против этого холестерина. Это, правда, не совсем холестерин, а его там такая сложная молекула. Вот, и поддерживается воспаление. И вот основа, на самом деле, всех этих сердечно-сосудистых катастроф не само отложение холестерина в стенке артерий, а то воспаление, которое возникает вокруг холестериновых отложений. И я позже чуть-чуть объясню, чем именно воспаление опасно. Именно воспаление связано с риском не размер бляшки, а именно воспаление связано с риском сердечно-сосудистых катастроф, инсультов и инфарктов. Значит, табакокурение, ну, кроме того, что это травмирует сосудистая стенка химически, табакокурение еще огромное количество канцерогенов находится в табаке, которые вызывают там 6 из 8 основных причин смерти в мире. Значит,
Что еще можно сказать по поводу... Ну, могу сказать, что никотин – это всего лишь наркотик, который действует довольно кратковременно, но, тем не менее, вызывает зависимость и желание покурить снова и снова. А вредны продукты горения. Ну, соответственно, никотиновые пластыри, никотин, содержащие всякие трубки, они менее опасны. Правда, говорят, что вот по поводу вайперов, что... Ой, я что-то не то сказал, да? В общем... Да. В общем, по поводу вот курения вот этих штук, там неизвестно, что эти выпариватели, они... Ну, их просто никто не проверял по поводу них... Нет еще никаких исследований, статистика не накоплена. Тем не менее, считается, что ну, они менее вредны, чем курение обычных сигарет. Так, значит, один из способов, основной способ начать с картинки. А вот да. Человек такой суперспортивный, и он суперпокуривает, а да-да. Ну, есть... Я чуть попозже расскажу механизм. То есть он на самом деле, ну, нивелирует эффект от своей тренировки. Это связано с инактивацией оксида азота, основной целью наших кардиотренировок. Я чуть позже расскажу, что такое оксид азота. Просто продукты горения, свободные радикалы, связывают оксид азота, и как бы ты потренировался, покурил, и как бы вообще не потренировался, но не покурил. Вот. Вот. Значит, смотрите, ограничение калорийности потребляемой пищи – это самый доказанный фактор, обеспечивающий долголетие. Вот есть в вине, в красном, есть такое вещество, такое ресвератрол, если я правильно его произношу, всегда его путаю. Вот. Оно примерно действует на те же вот какие-то рецепторы, в клетках действует, что и вот просто ограничение калорийности пищи на 30%. Немножечко не доедать, и вот недоедающие макаки выглядят вот так прекрасно, в отличие от переедающих макак, смотрите. Но это... Ну, ладно. Да, с макаки не получилось вас увидеть. Вот, значит, что же делают... Не существует какой-то специальной диеты, там, вегетарианство, там, Пугачев, диета Декана. Не существует никаких диет, которые бы обеспечили активное долголетие. Но вот пища должна... Просто мы снижаем калорийность, но у этой сниженной калорийности продуктов питания она должна быть полноценной по белкам, жирам, углеводам, балластным веществам. Всякое там соотношение омега-3 к омега-6 должно быть там правильное. Вот. В общем, неважно, как вы питаетесь, главное питаться... Не переедать. В общем, вот это такой залог. Если вы не переедаете, то на внутриклеточном уровне, на генетическом уровне останавливаются процессы апоптоза, запрограммированные гибели клеток, и как бы останавливаются процессы старения. То есть должен быть дефицит калорий? Такая картинка красивая для красоты. Ну, не то, чтобы прям дефицит калорий, но вот не переедать точно, да. То есть это вот основной фактор такой. Вот. Физическая активность. Значит, по поводу физической активности. Никто из долгожителей, ну, это вот исследование долгожителей я привожу, никто из долгожителей не был там суперспортсменом. Спортсмены, как вы знаете, не очень долго живут. Но вот... Но вот они, горцы, их секрет долголетия заключается в том, что они, ну... Не из-за того, что там свежий воздух, там какой-то горный, вот этот вот вино, там барашек, а просто они для того, чтобы даже сходить там в магазин или к соседям, они постоянно делают кардио. То есть они постоянно по чуть-чуть ходят. То есть у них постоянно есть кардионагрузка. Вот типичный пример там горца, например. Вот. А он действительно очень долго жил и... Вот. Когда природа конструировала человека, то предполагалось, что мы будем постоянно активно двигаться, то есть убегать от хищных рептилий, там, бегать за мамонтом, постоянно передвигаться в поисках там, каких-то съедобных корешков. И мы так устроены. Дело в том, что когда мы передвигаемся, у нас работают все капилляры, а когда мы не двигаемся, когда мы сидим, эти капилляры у нас закрыты. То есть там, например, из 10 капилляров работает только один.
Вот, ну, вот это тоже красивая картинка. Я, да, найдите в ней. Ладно. Значит, когда мы двигаемся, вот вся площадь поверхности капилляров, это такая, она примерно площадь поверхности футбольного поля. Но если мы не двигаемся вообще, а в последние 50 лет слово «работа» перестало ассоциироваться с физическим трудом. То есть мы постоянно сидим на месте, и как у рачительной хозяйки, если у нее вот там 10 комнат, но живет она только в одной, то отапливать она будет только одной. Вот, соответственно, капилляры из 10 работает только один. И вот из всего этого футбольного поля, которое площадь поверхности капилляров, работает только десятая часть. Но дело в том, что капилляры – это очень важная штука. Это как железа внутренней секреции, но которая действует только на соседней клеточке. Она вырабатывает ряд полезных веществ, которые действуют на клеточке вокруг нее. Но так как капилляры есть везде, то они действуют практически на весь организм. Это происходит, когда кровь омывает капилляр, возникает напряжение сдвига на поверхности эндотелия, это клетки, покрывающие сосуды, и возникает, то есть происходит выработка так называемого оксида азота двухвалентного, НО. И вот этот вот оксид азота двухвалентного – это та самая молекула, ради которой мы, собственно, и двигаемся, занимаемся спортом. Ну, кто ради чего занимается, но на самом деле вот мы должны ради вот этого заниматься. Ради оксида азота, да. Мы должны. Дело в том, что оксид азота, он что делает? Он, значит, снижает уровень холестерина. Плохого холестерина, увеличивает уровень хорошего холестерина, уменьшает уровень глюкозы в крови, делает кровь более жидкой и даже действует, опять же, на генетическом уровне, останавливает процессы там, запрограммированной гибели клеток, апоптоза и увеличивает, там, останавливает процесс старения, увеличивает продолжительность жизни. Если много двигаться, много вырабатывается оксид азота, мы долго живем. Короче, вот такой посыл. Всегда мне задают этот вопрос. И дело в том, что большинство... ну, сейчас, да, есть ряд препаратов. Например, Виагра, например, и нитроглицерин, они действуют как раз за счет оксида азота. То есть они там разрушаются, образуется оксид азота. Но чтобы он подействовал, надо, чтобы все равно вот как бы он очень быстро разрушается, как раз вот за счет свободных радикалов и всего. И надо, чтобы он успел подействовать вот на соседние клетки. Он вырабатывается вот здесь вот этой клеткой и успевает, пока его не разрушат, он подействовать вот сюда. То есть он просто не успевает дойти до туда, до тех молекул, куда нужно. А если капилляры еще и закрыты, то просто клетки все равно не получат этого оксида азота в результате. Все равно надо двигаться. Все равно надо двигаться, да. Напился Виагры и начинаешь двигаться. Передозировка, ну, передозировка, ну, вообще, это называется перетренированность. Да, ну, бывает, да. Но там... Нет, нет. Ну, просто всего слишком много, тоже нехорошо. Вот я про передозировку даже немножко озадачился, что там может быть слишком жидкая кровь, слишком низкий холестерин. Нет, наверное, все-таки в первую очередь от чрезмерных физических нагрузок пострадает опорно-двигательный аппарат. Все-таки сердечно-сосудистая система у нас не успеет пострадать. Да. Значит, поговорим про гипертоническую болезнь. На самом деле гипертония – это очень важная проблема, потому что многие думают, что от гипертонии болит голова, поэтому никто не проверяется. На самом деле единственный способ выявить повышенное давление – это его измерять. В нашей стране такая ситуация. Правило 40. 40% гипертоников только знают о своей болезни. Из тех, кто знает, принимают лекарства, потому что в нашей стране все берегут, очень сильно берегут печень. Печень – самый главный орган россиянина. Вот. Из тех, кто принимает лекарства, принимают правильно, в правильных дозах. Только... В результате, в общем, 6,8% только
получает антигипертензивную терапию. Что такое высокое давление? Если курение чисто химически травмирует стенку сосудов, то повышенное давление травмирует стенку сосудов механически. То есть это просто механический фактор, который повреждает сосудистую стенку, и сосуды раньше выходят на пенсию. Точно так же начинает залепляться холестерином, растет бляшка. Если вокруг нее возникает воспаление, то эта бляшка становится опасной. Вот, поэтому не важно, что с давлением 250 у вас прекрасное самочувствие. Не важно, что с давлением 250 отличная эрекция. Дело в том, что просто вот это высокое давление, оно травмирует сосудистую стенку. И оно будет травмировать, и просто оно резко уменьшает продолжительность жизни. Поэтому давление должно быть 120 на 80. Нет никакого рабочего давления. Нет никаких там мое нормальное давление. Есть давление 120 на 80 и ниже. А если ниже давление задают вопрос девушке очень часто, я отвечаю, что чем ниже давление, чем человек дольше живет. Но там другая, то тяжело жить с давлением 90 на 60. Долго, да. Вот. И очень большая проблема с гипертоникой заключается в том, что когда человеку, который адаптирован к высоким цифрам давления, ему снижаешь давление при помощи препаратов, у него резко ухудшается самочувствие, и он чувствует себя как гипотоничная барышня. Его начинает качать, он начинает терять сознание в метро, в душном. Но, тем не менее, то есть, чем ниже давление, тем выше продолжительность жизни. Здесь других мнений быть по этому поводу не может. Вот. Вот здесь даже нормальное повышенное давление, это вот такие вот цифры, желтенькое, оно увеличивает риск сердечно-сосудистых катастроф в два раза. То есть чем ниже давление, то есть курение и высокое давление, это два основных фактора, которые могут уменьшить продолжительность нашей жизни. Ну и отсутствие аэробных нагрузок. А каковы причины, предпосылки для повышения? Это генетическая штука, это генетическая поломка задержки хлорида натрия в организме. Вот когда мы там показывали с экскурсом в историю, соль была первым консервантом, который древний человек начал использовать, когда он убил мамонта. Он понял, что его если засолить, то его можно там... Ну, и он начал употреблять большое количество соли. Возникла поломка, задерживающая хлорид натрия в организме, генетическая поломка. Но эта генетическая поломка, она из популяции не выщелкивалась, потому что проблема высокого давления, она возникала после периода фертильности, то есть после того, как человек уже размножился. У него возникали инсульты, инфаркты. Ну, вообще, древний человек вообще не доживал до инсультов и инфарктов. Он там от других вещей погибал. А чем выше давление, тем более активная жизненная позиция, потому что там меньше спишь, больше крови там к мозгам приливает. И ты там поагрессивнее становишься. И вот эта генетическая поломка, она очень распространена вообще в популяции. До 50% человек имеет эти гены, которые с возрастом... Когда, ну, чем старше мы становимся, тем, ну, то есть мы становимся не новее, у нас там определенные компенсаторные механизмы отключаются, и в конце концов, после определенного возраста у нас просто манифестирует гипертензия, то есть задержка, то есть хлорид натрия задерживается в организме, каждая хлорид натрия молекула задерживает 10 молекул воды, увеличивается объем циркулирующей крови, повышается давление. Вот такой механизм. Есть соль, побольше двигаться, ограничиваюсь примерно 4. Но на самом деле это очень тяжело. Для большинства людей ограничить до 4 грамм соли, вот как рекомендуют, прямо они говорят, нет, давайте я лучше таблетки, бог с ней, с печенью, таблетки буду пить, потому что... Вот. Но все равно надо и таблетки, и соль ограничивать. Да, вот такая теперь у нас картинка. Я небольшую предысторию. Вот когда нужно обращаться в больницу для того, чтобы проверить сердечно-сосудистую систему? Дело в том, что боли в грудной клетке, на которые жалуются большинство людей, это вот боли в левой половине грудной клетки, это не боль в сердце. Это, ну, то есть в грудной клетке есть, кроме сердца, масса органов. Вот. Но все, когда вот жгущие, пекущие посередине, это как раз та самая боль в клетке, при которой
нужно обращаться к врачу. Но большинство считает, что сердце расположено слева, соответственно, и болит слева, колет. И если бы не эти колющие боли, то, конечно, все частные клиники уже давно бы разорились. Вот, потому что люди прибегают в частные клиники и говорят, вот у меня здесь колет в левой половине. Это как, им, как правило, делают все обследования и говорят, вот это у вас межреберная невралгия. Но даже по самому анамнезу понятно, что там, когда приходит 18-летняя девушка, когда приходит к врачу с колющими болями, вот здесь вот в левой половине грудной клетки, не надо ничего делать, никаких исследований, и так понятно, что это не сердце. Но дело в том, что девушка 19 лет, с колющей в левой половине, нет. Ну, то есть... Ну, больше... Ну, то есть я вот просто критичные всякие привожу примеры. То есть это вот с одной стороны полярный такой пример. С другой стороны, это жгущие, пекущие, давящие боли за грудиной у мужчины после 30 лет. Вот здесь вот. И если жжет, печет и давит за грудиной, или такое ощущение, как будто положили плиту на грудь, то, да, ну, как просто вот положили что-то тяжелое на грудь, невозможно. То есть это может быть и не боль, это может быть какое-то новое ощущение. Редко... Все, начали. Вот, значит, то здесь нет, тоже не надо идти в больницу, в поликлинику, а надо вызывать скорую, и скорая должна в течение 2 часов, вернее, скорая очень быстро должна вас отвезти в 29 специализированных центров, если вам повезло жить в Москве, 29 специализированных центров, в которых вам в течение 2 часов, они по протоколу должны успеть вам поставить стент в коронарную артерию, то есть застентировать и коронарную артерию прооперировать. Это то, что нужно делать, если возникает давящие, жгущие, пекущие боли. Это идеальная ситуация, и к этому надо стремиться. То есть в течение 2 золотых часов при возникновении вот таких болей попасть на операцию стентирования. Да. Можно вопрос, да, сейчас или потом? Да. Посмотрите, у меня вот эти боли, они были 7 раз точно. Сердце я наблюдаю, его никто не может понять, что с ним. Но я до сих пор жива. Ну, давайте так, я сейчас отвечу. Смотрите, даже если у вас, то есть скорая приезжает, она снимает там кардиограмму, у вас жгущие, пекущие боли может давать, например, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Очень похоже на это. Ну, чуть попроще, да, давайте мы разберемся потом. Вот, значит, но тем не менее, вот если возникают вот такие боли, у вас есть только один вариант. При возникновении любых болей в груди просто вызывайте скорую. Даже если они у вас там нетипичные боли какие-то, в любом случае вызывать скорую, она приедет, вас поругает, скажет, что вы нас вызываете, но тем не менее вы поступите правильно. Не надо терпеть, надо сразу вызывать, и это правильная тактика. Так когда же надо идти в поликлинику и проверяться? Надо проверяться, когда ничего не болит, как ни парадоксально, потому что именно в случае с болями в грудной клетке, с болями, особенно боли с болями в сердце, неправильно постфактум это делать. Так. Значит, так как мы там в нашей стране большинство людей умирает от сердечно-сосудистых проблем, то у нас должны быть кардиоскрининги. Вот Япония в этом отношении очень, очень показательна. В Японии точно так же живут больше, чем на 20 лет живут дольше, чем россияне. То есть у них средняя продолжительность жизни порядка там 80 с чем-то лет. То есть они живут, опять же, на 20 лет дольше. И такой прям самый яркий пример. В Японии так устроена система здравоохранения, что они обязаны ежегодно проходить чекапы. Если они не проходят чекап, то есть вот эти обследования, а у них бесплатная медицина, бесплатные лекарства, все бесплатно, и чекапы бесплатные, и созданы все условия для того, чтобы проходить эти обследования. Если ты не проходишь свой ежегодный чекап, то у тебя твоя медицина становится резко платной. И, соответственно, это как бы тебя так стимулирует для того, чтобы проходить вот эти обследования. Значит, обязательно
гастроскопия для всех жителей раз в год. У Японии самое высокое заболевание с раком желудка по каким-то причинам. Япония, Корея, Китай, там они делят эти первое, второе, третье место. Вот. И при этом рак диагностируется на ранней стадии, потому что каждый год делают гастроскопию, выявляют его. И самая низкая в мире смертность от рака желудка. Имеет самое высокое заболевание, с ней имеют самую низкую смертность. Там в несколько раз смертность ниже, чем в самых лучших европейских странах от рака. Вот. Немножко про рак тут поговорили. В общем... Так как у нас самое высокое заболевание, то надо проходить обследование с 25-30 лет. Значит, сейчас несколько мифов развею. При повышенном давлении болит голова, плохое самочувствие. Голова болит в одинаковом проценте случаев у людей с нормальным, с высоким, с низким давлением. С низким давлением даже почаще. Основная причина боли – это мышечный спазм в районе шеи, нарушение там, пережатия нервных стволов, нарушение венозного оттока от головы. К давлению головные боли не имеют никакого отношения вообще. Поэтому говорить, что у меня нет давления, потому что у меня не болит голова, нельзя. То есть единственный способ – это измерить давление, посмотреть, какое оно у вас. Время от времени периодически его мерить. А как часто? Ну, без фанатизма, там, ну, просто, если все нормально с давлением, то там раз в месяц, раз в неделю, ну, с оказией. Но если оно повышенное, то там другие уже алгоритмы действия. А оно ходит дня же, может меняться? Конечно, конечно. Нет, надо бы в спокойном состоянии, только проснулись, посидеть там 10 минут без кофе, без сигарет, без всех этих вещей, посидеть один раз померить, второй раз померить, третий раз померить с интервалом в 2 минуты. Либо там прийти к кому-то в гости, но каждый, если хотя бы один раз там регистрируется повышенное давление, то нужно задуматься о том, что вообще. А если вечером? Утром и вечером. Можно. Можно, да. И вечерком тоже померить. А если то есть, десяточку километров побежал? Сразу померить будет повышено, а вот если посидеть, то даже будет пониженное. Из-за того, что, забыл сказать, оксид азота, это основное, у него основное действие, это он называется эндотелий релаксирующий фактор. Вот, основное действие, он расслабляет стенки артерий, то есть он расширяет сосуды, и после того, как вы пробежались или позанимались, например, если там в тренажерном зале поприседать хорошенько, то давление прям резко снижается после этого. Вопрос, да. А сам факт измерения давления, он как-то влияет на давление? Ну, есть эффект белого халата, есть эффект, ну, там, вдруг кто-то мерит, там, неприятный или слишком приятный. Вот. Там, может оно меняться. Но сам факт измерения, вы имеете в виду, надели манжет... Физическое воздействие на... Вот вы берете, допустим, ну, условно, да? Вы же слегка пережимаете... Ну, а в этом и смысл. В этом и смысл. Вы пережимаете манжету для того, чтобы там как бы это давление снаружи уравняло давление изнутри, да. Теперь вопрос. Мы пережали, да? Для того, чтобы нам прийти в спокойное состояние, надо перейти там, ну, сколько? 5 минут ждать? Или можно прямо сразу же померить и ничего не изменить? Я это не совсем понял. Вы поняли, что? Ну, вот мы берем, измеряем давление, да? Мы воздействуем, в общем-то, на сосуды. Правильно? Того, что мы сдавили, да, руку, ну, условно, так, слова, да, вот это воздействие, оно как-то влияет на давление или нет? Давайте мы чуть попозже. Я почти вас понял, но потом, чтобы совсем разобраться, я вам потом все расскажу. Значит, атеросклероз, инсульт, инфаркт и болезнь стариков. Боголовское исследование показало, что начальные атеросклеротические там, жировые атеросклерозы начинают складываться там, у детей 3-10 лет, что в военных в Вьетнаме были уже бляшки до 50% у молодых парней 25 лет. Поэтому в моей практике были с 30-летней развощёкие парни, которые ни разу не курили, у которых был инфаркт миокарда полноценный. То есть это вот... болезнь очень сильно молодеет, и с этим уже ничего нельзя поделать. Значит, у дедушки... Да, вот история. У пожилых людей инфаркты проходят очень легко, в то время как у молодых инфаркт в 30% случаев заканчивается смертью. Почему? Потому что
пожилой человек живет, и у него образуются так называемые коллатерали в сердечной мышце, то есть это перитоки. Вот, а у молодого человека есть только две основные артерии. Там, например, то есть Щелковское шоссе и есть шоссе энтузиастов. И нет никаких там переходов. Если вот пробка на шоссе энтузиастов, то там уже в Балашиху сложно доехать. Вот. А вот у стариков у них есть, образуются из перетоки. Это вот Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, Четвертое транспортное кольцо. Ну, потому что это называется ишемическое прекондиционирование, то есть, когда у них долго вот эта бляшка есть, она немножко сужает просвет, и ишемический вот этот длительный процесс адаптации приводит к развитию вот таких вот штук. Поэтому у пожилых людей инфарктов может быть много, а у молодого он сразу прям ого-го какой большой. Вот. Так, это уже было, да? А, вот, да, это то, что я рассказываю по количеству вот коллатералей. Вот, то есть у молодых вот огромный, а у стариков из-за того, что у них образовались вот эти коллатеральные перетоки, у них он маленький получается. А, значит, про атеросклеротическую бляшку. Давайте я вам расскажу, что ее можно растворить. Вот бляшку, многие представляют это как какой-то жировой засор. Но на самом деле это не так. Это такое образование в стенке артерии, которое похоже на бородавку или даже на такую кальцинированную бородавку. Или даже, знаете, больше это похоже по своему составу на прыщ или на фурункул. И я сейчас даже объясню, может, у меня там следующая картинка. Да ладно, чего, не бойтесь. Короче, вот... Ну, короче, вот артерия, да? Вот стенка артерии. Вот здесь кровь такая. Кровь. Вот. И бляшка, она... У нее есть покрышка фиброзная и есть жидкое содержимое. Вот. Жидкое содержимое, оно по своему составу, собственно говоря, это погибшие макрофаги и лейкоциты. Это, собственно говоря, гной. И сама бляшка, она никуда там не... отрывается, вот все думают, что он там отрывается, куда-то полетел, что-то закупорил. Нет. На самом деле все происходит как с прыщом. То есть там или повышенное давление, или что-то. Вот если у нее там вот эта покрышка тонкая, то у нее вот она может разорваться, ее жидкое содержимое, вот этот гной, выходит в просвет сосуда. Он чрезвычайно агрессивен, и он вызывает сворачивание крови на поверхности сосуда. И вот этот вот уже сверток крови, он, собственно, и закупоривает просвет сосуда. То есть не сама бляшка, а она, ее разрыв провоцирует сворачивание крови. Поэтому мы принимаем препараты, антиагреганты для того, чтобы кровь не сворачивалась на поверхности. И поэтому основным фактором для нас, фактором риска сердечно-сосудистых катастроф, что такое инсульт и инфаркт? Это один и тот же процесс, происходящий в сосудах, но в разных сосудах. Вот инсульт – это если вот такое вот происходит в артериях шеи или головного мозга. А инфаркт – это если происходит в артериях сердца. Но процесс один и тот же. И причина одна и та же. И это просто лотерея, где это произойдет. Либо в головном мозгу. Она может и во всех остальных органах. Но просто и печень, почки и так далее. Но вот просто мозг и... сердце. Это самый важный наш орган. Не печень, а вот именно мозг и сердце. И поэтому это так для нас принципиально важно. Вот. А вот вероятность вот этого зависит от активности воспалительного процесса. То есть, чем активнее воспалительный процесс, тем меньше вот эта вот покрышка, тем больше вот это жидкое содержимое, тем больше вероятность разрыва бляшки и возникновения. Не размер бляшки. Бляшка может быть сужать просвет на 90%, но никогда не вызвать инфаркт. Она может вызвать механическую стенокардию. Это когда... бляшка сужает просвет на 90% и возникает несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой через суженный просвет сосуда. То есть человек начинает идти чуть быстрее, у него возникает давящая, сжимающая, пекущая боль за грудиной, он останавливается, боль проходит. Но это стабильная стенокардия, это стабильное состояние. В отличие от инфаркта миокарда,
оно не всегда и очень часто вообще не заканчивается инфарктом. То есть человек может годами там и с этой стенокардией находиться, со стабильной. Да, да, да. А там в начале лекции я говорил. Ну, то есть, нет, но просто они появляются у нас, начинают, то есть у нас есть холестерин, да, он откладывается там, залепляет там травмы, механические или химические травмы в стенках артерий. С самого детства, с трех лет начинаете есть отложение холестерина. Потом они видоизменяются, и они растут. Бляшки были у всех, но просто в древние времена и у фараонов там их находили в сонных артериях. Просто древний человек не доживал до своих, до атеросклероза, до бляшек, до всего этого, потому что он погибал от туберкулеза, а чуть позже от сифилиса. Да. Они только в шее или в сердце, или, может быть, в ноге появится? Нет, атеросклероз – процесс системный. Но есть определенное правило. Чем ближе к сердцу, тем больше бляшка. Тем, да, и в ветвлении артерий, в точках ветвления артерий. То есть там, где… Да. Да. Вот, это верный признак. Вот если кто-то обещает вам рассосать бляшку, верный признак шарлатана. Там же вот, там же заправить грыжу обратно, там растворить соли. Вот, это вот примерно оттуда. Ну, там самые статины в максимальных дозах могут уменьшить размер бляшки на 5%. Но задача статинов их застабилизировать. 5%, но для некоторых это прям 5% много. Они больше не растут, то есть, да, давайте я расскажу вам про, хотите про плохой, хороший холестерин расскажу, чтобы стало понятнее, так, сейчас. Значит, ну, то есть, фарш невозможно провернуть назад, понимаете как, то есть, они вот у вас как бы растут, сейчас. Вот, и с этим ничего нельзя поделать, но их можно застабилизировать. То есть сделать так, что они никогда не создадут этих проблем. Можно сделать так, чтобы они не росли. Их можно выявить, если вы их выявили, можно предпринять какие-то действия, благодаря которым эти бляшки никогда не среагируют так, как мы боимся. Не произойдет сердечно-сосудистая катастрофа. Вот. Но, к сожалению, как-то по... супер там повлиять на них, мы можем их механически раздавить, например, что делает стент. Там вот у нас есть бляшечка, вот мы заводим сюда проводник, у проводника баллончик, он раздувается на баллончике, пружинка с памятью формы, она раздувается и раздавливает саму бляшку. Понятно, что ее жидкое содержимое тут же выходит в просвет, но они насыщают кроворжающими препаратами, и поэтому ничего не происходит. Вот так происходит стентирование. Но это операция. Это операция, да. Да, то есть они чисто механически восстанавливают просвет, но делать железного дровосека и бороться со всеми бляшками в организме – это бессмысленно, потому что они еще сильнее стимулируют развитие по краям. Ну, короче, не надо. Значит, сердце находится в центре, просто верхушка сердца, она вот сюда вот повернута к леву. Спереди и налево так повернуто, и поэтому она вот здесь стучит, и всем кажется, что сердце слева. Но на самом деле в центре, и болит поэтому в центре сердце. То есть если разрезать человека, то у него вот здесь вот оно будет. Да, да, вот прямо здесь. Значит, все считают, что кардиограмму, если они делают раз в год, то у них прям супер какие-то, супер есть... Ну вот в этих вот, знаете, в этих закорючках, что мы, врачи, там, что было, что будет, чем сердце успокоится, прям читаем. На самом деле кардиограмма, у нее предсказательная ценность чрезвычайно низкая. Мы можем получить нормальную кардиограмму за 2 часа до инфаркта. И поэтому делать кардиограмму и думать, что у вас с сердцем все в порядке, и кроме кардиограммы не делать ничего, это прям, вообще неправильно. Вот. Кардиограмма, безусловно, заслуженный метод исследования, там можно многие вещи по ней определять, но в плане чекапа кардиограмма
Так, то есть она может только по сфакам сказать, а вы знаете, вот у вас инфарктик-то был там, или что-то такое. То есть, да, вот средства для укрепления сердечной мышцы. И сейчас вот эти рибоксины, панангины, кардиобат. Нет. Да, мелдронат, мельдоний, что там еще. Короче, даже омега-кислоты, хотя еще к омега-кислотам еще хоть как-то, вот, нет ни одних исследований, доказывающих, что прием этих препаратов для поддержки сердца хоть как-то увеличивает продолжительность жизни и хоть что-то поддерживает. То есть, если есть проблемы с сердцем, надо принимать препараты, регулирующие там уровень холестерина, уровень давления, там какие-то еще процессы, разжижающих кровь, но вот эта вот вся кардиоподдержка – это фикция. Ну, а рибоксин? Рибоксин, ну, там у нас очень много, и мелдронат тоже лицензированный, но у нас много лицензированных препаратов, которые рибоксин вообще не работает, панангин – это препарат калия и магния, его надо принимать, если недостаток есть калия и магния. А у нас принято там, ой, возьму, поем панангинчика, несмотря на уровень ни калия, ни, ну, в общем, короче. Волокардин, карвалол, валидол. Значит, валидол – это мятная таблетка типа ментоса, ничего не влияет. Волокардин, карвалол – жидкий препарат, содержащий фенобарбитал. Фенобарбитал является запрещенным во всем мире наркотическим веществом, вызывающим тяжелую зависимость. Никакого влияния на сердце вообще не оказывает. Вот. Вообще никакого влияния. Ни волокардин, ни карвалол. Если вам нужны успокоительные, есть прекрасные препараты, там анксиолитики, противотревожные препараты, хотя бы та же самая валерьянка. Но не волокардин. Ну, всякие врачи бывают. Значит, по поводу нитроглицерина. Я много раз видел ситуацию, когда бабушки носят, значит, нитроглицерин в кармане. Сейчас очень сузились. Вот я учился, когда нитроглицерин прям... он котировался. Сейчас нитроглицерин имеет узкие показания. Если что, можно всегда человека прооперировать, поставить стент. Нитроглицерин нужен для вот тех людей, у которых бляшка 90%, которым тяжело вот идти. Они приняли нитроглицерин и пошли еще там 10 метров свои прошли. Вот это показание для приема нитроглицерина. У него есть мощный побочный эффект. Он очень сильно... Это самый, наверное, мощный препарат, снижающий давление. И я несколько раз с собственными глазами видел, как девушка гипотоник, у нее из-за вазовагального рефлекса в жаре у нее ей подурнело, еще давление еще снизилось, она потеряла сознание, и бабушка тут же ей еще нитроглицерина такая. Вот, дочка, да, поправь здоровье. Там что? Вот. Нитроглицерин, да, это будто это а еще врачи, динамит делают. Инфузорный. Нет, это не это отдельное. Отдельно. Нитроглицерин, да. Ну там нитросорбит, там еще спрей есть. А глицин, значит, это тоже он относится. Вот эти глицины, там актовегины, это всякие улучшины, мы их называем, которые. То есть препараты с недоказанной эффективностью они называются, но на самом деле это препараты с доказанной неэффективностью. Вот большинство препаратов к ним относятся нервно. Значит, все безрецептурные препараты. Значит, перед тем, как пойти к врачу и измерить давление, нужно несколько, три дня для того, чтобы прийти к врачу, поизмеряйте давление. Перед вашим, вот все, сейчас про чекап начинаю рассказывать. Что надо делать? Вот поизмеряли давление 3 дня, должно быть 120 на 80. Если 120 на 80, прям дальше идете. Значит, выяснили свой индекс массы тела, но тут даже... даже не индекс массы тела, а померили объем талии. Потому что для сердца, если мы говорим про избыточный вес, то для сердца важно отложение жира в одной только области. Это в районе живота, а именно висцеральный жир, он агрессивен для артерий, и он повышает вероятность развития сердечно-сосудистых катастроф. Висцеральный жир – это тот жир, который окружает органы брюшной полости, его объем по КТ можно посмотреть, его должно быть не больше 130 кубических сантиметров, либо мы можем измерить объем талии. Для мужчин объем талии 102 сантиметра, для женщины 88 сантиметров. После, там, если объем талии больше, то типа риски возрастают сердечно-сосудистых
событий. Кроме объема талии, никакие отложения жира ни на попе, ни на плечах, там, ни на голове, они не увеличивают риск инфарктов, инсультов и всего остального. Но, тем не менее, стандартное ЭКГ в 12 отведениях мы делаем на нашем чекапе, потому что, ну, как бы, если не сделаем, то он скажет, а где кардиограмма? Вот, и все ее требуют, мы делаем, но, то есть она показывает не то, что будет, а то, что уже было, там инфаркт она покажет. Ну, если прошло больше месяца после инфаркта, то кардиограмма будет, ну, практически всегда одинаковая, но там, если еще аневризма образуется, то она чуть-чуть может поменяться. Ну, в общем, время, там время не показывает она, да. Да. Значит, эхокардиография. Эхокардиография – это один из самых информативных методов в кардиологии. Всем надо хотя бы один раз в жизни сделать УЗИ сердца. Вот, эхокардиография показывает, значит, как в анатомическом атласе, показывает, как сердце работает. Эффект Доплера позволяет нам увидеть потоки в сердце, как работают клапаны, толщину стенок, все оценить. В общем, вот прям обязательно нужно сделать. А если там, делать раз, минимум раз в 3 года, если нашлась какая-то патология, то уже по рекомендации врача. А бляшки видно на эхокардиографии не видно бляшек. Сейчас дальше расскажу. Вот дуплексное сканирование брахицефальных артерий. Чтобы предсказать инфаркт в сердце, мы делаем УЗИ сосудов шеи. И, как ни странно, дело в том, что сонная артерия – это одна из самых близко расположенных к поверхности артерии. Ее легко увидеть на УЗИ. Вот. И это довольно дешевый скрининговый метод. Мы смотрим дуплекс брахицефалов. Там вот картинка будет вот такая. То есть вот она артерия, и вот стенка артерии. Вот если она больше 1 миллиметра, то начинает, значит, откладываться холестерин уже начальный, и видно бляшки. И если мы видим бляшки в сонных артериях, то у нас есть возможность поискать их в сердце. Но для скрининга нам коронарографии всем подряд не надо делать. Нам достаточно сделать, посмотреть сосуды шеи, чтобы предположить наличие бляшек в других. Если вы не увидели бляшки там, если у вас чистенькие артерии там 0,08 сантиметров, то атеросклероз, как основная причина инфарктов, там 99% инфарктов бывает из-за атеросклероза, то нет. Скорее всего, не там, не тем более в ногах. В ногах возникают бляшки либо у диабетиков, либо у людей, которые курят больше пачки в день. Вот. Значит, ну, стандартные лабораторные исследования, потому что в организме все взаимосвязано, потому что гормоны щитовидной железы влияют на работу сердца, там, потому что сахарный диабет является одной из основных причин смертей, потому что диабетики, они погибают не от того, что они засахариваются, а из-за того, что у них риск инсультов и инфарктов увеличивается в 10 раз, и они погибают от сердечно-сосудистых катастроф. И там некоторые препараты, в первую очередь, они, наоборот, повышают сахар у диабетиков, но, тем не менее, все равно им назначаются, потому что они снижают риск статина, я имею в виду. Вот, значит, липидограмма. Да, вот, давайте сейчас про холестерин поговорим. Что такое плохой, хороший холестерин? Дело в том, что как бы у холестерина, ну, как это плохой, хороший, да, все мы про это слышали, но у холестерина это довольно сложная молекула, она там такая, типа вот такая, какая-то у него тут еще пятичленный какой-то цикл, там еще какая-то, короче. Ну, в общем, короче, это спирт. Вот. Но он такой твердый спирт. Он довольно сложная молекула, но не настолько сложная, чтобы иметь какие-то нравственные ориентиры, там, быть плохой или хороший. Вот. Холестерин – это такая молекула, которая... Она не переносит, не растворяется в воде, и, соответственно, не для ее переноски по организму ей нужно собраться с специальными молекулами, белками-переносчиками. Вот некоторые белки-переносчики, они... Очень компактно этот холестерин, в компактные молекулы пакуют. Там много бы этих холестеринчиков таких, чик-чик-чик. А? Чего-чего? Подождите, не перебивайте сейчас. Сейчас я вот рассказываю. Вот, короче, вот эти компактные молекулы – это липопротеиды высокой плотности. Они из бляшки забирают холестерин.
А есть липопротеиды низкой плотности. Это такие рыхлые такие молекулы. Ну, здесь вы понимаете, что их тут много. Вот. Их, это специальный белок упаковщик, их упаковывает, но упаковывает небрежно и рыхло. И образуется... Вот они приносят холестерин в бляшку. И от соотношения вот, плохого и хорошего холестерина и, ну, как бы будет зависеть, будет расти бляшка или она вот там останется на месте. Потому что если я сейчас скажу, что если будет много вот этого, бляшка будет уменьшаться, вы мне скажете, а вы говорили, что не уменьшается. Вот. Значит, ну, там уменьшится действительно нереально, но вот... Как бы вот, вот этот вот процесс, и поэтому мы должны сделать липидограмму, чтобы определить вот эти липопротеиды высокой и низкой плотности, посмотреть их соотношение, а когда в поликлинике просто делают общий холестерин, это никакой информации не дает нам, потому что общий холестерин – это просто алгебраическая сумма вот этих вот двух холестеринов. Вот, и что с ним дальше делать, непонятно. Значит, как ни странно, вот... От самого холестерина в продуктах питания холестерин не зависит. То есть некоторые холестерин, содержащие продукты питания, наоборот, снижают уровень. Например, в рыбе есть холестерин, но он снижает. А вот, например, в картошке, в жареной, в картофеле фри, например, он, там холестерин в принципе не может быть, потому что это животный белок, но картофель фри увеличивает содержание холестерина, потому что холестерин вырабатывается в нашем организме. Он не зависит от того, насколько много у вас продуктами питания происходит, но он зависит от того, чем мы питаемся, как мы много или мало двигаемся, и в зависимости от этого у нас увеличивается синтез либо плохого, либо хорошего холестерина, либо производит высокой и низкой плотности. Отвечая на ваш вопрос, холестерин участвует в синтезе, например, половых гормонов. Если мы уменьшим содержание... например, ну и там он стабилизирует клетки, там, в общем, такая, не просто так он в организме присутствует, да-да-да, и нам важно его соотношение. Вот, значит, это плохой, это хороший, ну вы сами все понимаете, да? Вот, один, значит... Липидограмму надо сделать, там есть такой показатель коэффициента... Ну там просто говорите липидограмма, и коэффициент эстрогенности, и там все, там они... Там меньше трех коэффициент рогет. Могу рассказать, как считается общий холестерин. Вопрос был банальный, что нужно сказать в лаборатории, чтобы... Липидограмма сказать, слово, да. Они уже дальше... Да, да. Значит, вот о чем я говорил. Целеактивный белок ультрачувствительный, как раз он показывает нам степень воспаления в стенке артерий и, соответственно, риск развития сердечно-сосудистых катастроф. То есть при активном воспалении вокруг атеросклерической бляшки повышается вот этот вот цереактивный белок ультрачувствительный, и его высокий показатель говорит о высоком риске сердечно-сосудистых событий. То есть мы можем по биохимическому анализу крови сказать, ой, что-то не то, что-то надо менять. Но он единственное, что он может повышаться, если вы простужены или что-то какое, ну, какое-то заболевание там простудное, поэтому нет смысла сдавать его, когда у вас сопли, там, насморк, или вы переболели там несколько, пару недель назад. Вот, значит, это то, о чем я говорил, да? Вот в этой ситуации высокочувствительный цереактивный белок будет высокий, когда низкая покрышка, агрессивное воспаление вокруг... Большое жидкое ядро и высокая вероятность разрыва с выходом вот этой агрессивной субстанции, похожей на гной, и с образованием сгустка кровяного, который вот здесь вот закупорит просвет. Вот. А вот в этой ситуации, когда плотное ядро, маленькая жидкая часть, то есть бляшка может быть большая, но инсульт и инфаркт никогда не произойдет. Вот. Угу. Ну, в общем, короче, вот с этими обследованиями приходите к кардиологу, и вот. Да. Все, вот такая лекция, я сейчас готов отвечать на вопросы, если они сейчас остались. Да. Да. Ну, травматолога, ортопед, наверное. Ну,
Ну, ты для... Да, кардиолога и ортопеда. А? Но начиная, ну, в идеале раз в год делать чекапы какие-то, ну, хоть что-то. У нас рекомендуют, то есть у нас бесплатные диспансеризации по году, они есть во всех поликлиниках, каждый гражданин России имеет на них право, есть приказ о диспансеризации, каждые 3 года он делается. Там из чего он состоит, это другой вопрос, но, тем не менее, каждый человек имеет в нашей стране право на диспансеризацию, и вы можете там посчитать, когда вы каждые 3 года, да, там они как-то делят дату вашего рождения, получают какое-то число, в общем, да, и говорят, можно вам или нельзя, да. Если есть только на соли, но меньше пить воды, давление будет повышаться? Ну, но вода это естественный, то есть у нас просто будет обезвоживание. Ну, как? Это будет просто отравление солью. Это как, не, почему? Если мы потеем во время беда, то давление должно падать же, а не повышаться. Ну, там другие механизмы. Там все сложно. Даже сам механизм повышения давления, он по нескольким путям реализуется. То есть это спазм сосуда, это задержка жидкости, это активизация там ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, это активизация адреналиновой системы, которая сужает просвет сосуда. То есть но нельзя вот так вот однозначно, как какой-то человека представить какой-то физической трубой, у которого там сюда столько втекает, там много разных там обводных путей, да. А вот на последнем, по-моему, марафоне история с тромбом, да, что человек нарвался тромб, насколько я понимаю, и он умер в итоге. Можно ли как-то контролировать там, наличие тромба, профилактика и так далее? Ну, просто если речь идет о тромбоэмболии легочной артерии, то тромбоэмболия легочной артерии возникает из-за тромбоза глубоких вен на ногах, и чисто внешне это видно, просто нога, несимметричные отеки на ноге возникают, и это можно предположить, если, то есть, ну, просто надо следить за собой, надо делать чекапы, и ну, там сложно сказать. Я даже не знаю, про какой тромб-то идет речь. Просто если вы будете регулярно проверяться, то все вы... У него есть... Нет. То есть вы просто приходите к врачу. Во-первых, он у вас найдет какую-то коагулопатию, потому что вы будете делать эти анализы, да? Во-вторых, он просто вас проверит, посмотрит, если тромбы просто так не образуются в ногах. Они образуются по какой-то причине, если идет речь про ноги, да, они образуются по причине. Либо коагулопатия, связанная с кровью, либо связанная с варикозно расширенной веной на ногах. Если есть варикозно расширенные вены, там триада Вирхова, там, так как расширяется вена, замедляется кровоток, вязкость крови увеличивается и увеличивается вероятность тромбоза. Просто так тромбы в ногах не образуются. Есть какая-то причина. Эту причину врач всегда увидит. Но самое элементарное, если есть проблемы там, с варикозно-расширенными венами, то сходите к флебологу, получите консультацию флеболога и носите чулки во время бега. Ну, кстати, пульс при физических нагрузках. То есть, если человек не тренирован, то там, при малейшей физической нагрузке частота сердечных сокращений становится высокой, не снижается. Вопрос, наверное, в этом, да? И типа, может ли это привести к инфаркту? Ну, смотрите, все эти истории, то есть здесь должен быть субстрат, должна быть бляшка, чтобы возник инфаркт, должна быть бляшка, которая, ну, на нее там действует даже не столько, наверное, пульс, сколько высокое давление может разорвать бляшку, ну, а пульс, он просто... Пульс это просто ваш оптимальный для тренировки пульсовой диапазон. Там, вы бегаете в своем оптимальном пульсовом диапазоне, а выход за него просто чреват тем, что вы переходите на анаэробный путь, и он там, ну, просто сердцу не восстановится. Вы не добегаете до инфаркта таким образом. Да. Да, но просто нужно иметь огромную силу воли, чтобы вот как тот марафонский бегун, который пробежал первый марафон, чтобы с ним такое случилось, и то у него, скорее всего, были какие-то субстраты. Но у вас будут проблемы с восстановлением потом, то есть вы просто не восстановитесь. Да. То есть это просто проблема собственных ощущений? Ну, это не проблема. Это проблема тренировочного режима, но это не... Да, тут вопрос в последствиях. То есть, насколько нам известно, да, и тренеры наши, и Симон, например, Мацкипелишвили, да,
о сердце рассказывал, что высокочастотное сокращение приводит к определенной гипоксии. Ну и как следствие могут, если человек долгое время находится и пытается находиться в этих режимах, то это может приводить там, к ишемическим каким-то вещам. Смотрите, просто вот молодые девушки, как вы задали этот вопрос, вот скорее всего с вами, скорее всего, ничего не произойдет. Но есть другая категория людей. Люди, которые, у которых есть уже субстрат. Вот, то есть у них есть бляшка, и высокий пульс, безусловно, может привести ко всяким историям. Но это скорее... Ну, надо пообследоваться, да. Такое. Ну, то есть, когда вы проснулись, у вас должно быть меньше 70. Да. Вот вы, возвращаясь к давлению, занятия спортом, там, физическими видами спорта и прочими, повышает давление. Является ли это путем для немедикаментозного снижения артериального давления? Безусловно. Да, регулярные за счет выработки оксида азота. Да, я должен сказать, что человек, кратковременные подъемы давления, они для человеческого здоровья, ну, как бы не до определенных значений, до 170, они не очень опасны. То есть мы там делаем во время нагрузки, там давление 170 – это норма. Поэтому там, когда люди пугаются давления 140 или 150, но это в пределах компенсации. Все находится. Вот. И с давлением 170 мы вполне себе бегаем, но опасно вот это постоянно высокое давление. То есть, когда давление там 170, и оно ничем не снижается. А такие короткие стрессы за счет выработки оксида азота, который еще сильнее потом снижает, за счет расширения артерии снижает давление, и регулярные аэробные нагрузки, они действуют, снижают давление больше, чем, по-моему, на 15 мл ртутного столба, и это препарат одной из, как эффективный препарат для снижения давления. То есть эффект аэробных нагрузок приравнивается к... Да. Но цереактивный белок ультрачувствительный. Но он, смотрите, я именно про ультрачувствительный, но у вас могут быть просто какие-то хронические воспалительные процессы. И это может повлиять на ультрачувствительный белок немножко. Вам надо посмотреть источник хронического воспаления. И что-то и потом уже еще подумать про... Алексей, да. Смотрите, это общемедицинский, это никакого отношения к спорту данная лекция не имеет, я просто говорю про то, что каждый здесь присутствующий... Вопрос, для, как скажем, именно для спорта, то есть мы есть какой-то там особый исследование, который стоит делать поверх вот этого? Ну, поверх этого сделайте эргоспирометрию, и там уже, эргоспирометрию, она покажет вам ваш там анаэробный порог, панно ваше и так далее. Просто оптимальный пульсовой диапазон, в котором вы будете работать. А как вы относитесь к мониторингу сердца именно под нагрузкой, вот вопрос? Смотрите, значит, под нагрузкой. Дело в том, что когда мы делаем нагрузочный тест, вот большинство из здесь присутствующих, просто этот нагрузочный тест покажет, что у вас либо нормальная, либо гипертензивная реакция на нагрузку, и мы более четко можем определить свой пульсовой диапазон тренировок. Дело в том, что положительный нагрузочный тест, он существует для выявления бляшек больше 50-60% в коронарных артериях, потому что под нагрузкой, когда мы увеличиваем нагрузку ступенчато, то бляшка больше 50-60%, а меньше она не будет показывать. Вот, она вызывает вот это несоответствие между потребностью миокардов кислорода и его доставкой. У большинства здесь нет таких бляшек, поэтому тест покажет только гипертензивную реакцию на нагрузку максимум. Что? Ну, может быть, да. Может, немножко плохо вопрос? Поговорим об алкоголе. Значит, с алкоголем есть G-образная зависимость. Совсем мало живут люди, которые употребляют больше 3 доз алкоголя. На втором месте люди, которые не пьют вообще. И дольше всех живут люди, которые по чуть-чуть прибухивают. Вот. Но там есть разные, во-первых, регулярное употребление алкоголя, они увеличивают липопротеиды высокой плотности.
И, то есть, тот хороший холестерин, как бы есть одна теория. Вторая теория – это теория социализации. То есть люди, которые могут себя остановить на двух дозах алкоголя и сказать дальше нет, то им вообще ничего не страшно в этой жизни. Ну, да, ну, то есть три дозы – это там рюмка водки, ну, рюмка крепкого, бокал красного или 0,33 пива. Это одна доза. Я про алкоголь, вот даже в этой лекции я его не сказал про это ничего, потому что у нас очень тяжелый анамнез в нашей вообще стране, потому что наша культура употребления алкоголя, она такая, что ну, там между первой и второй перерывчик небольшой, мы сразу начинаем с крепкого алкоголя, потом переходим там ну, со временем. Но, короче, просто если я сказал бы про алкоголь, доктор сказал пить Мадеру. Вот весь смысл лекции в этом будет заключаться. Я поэтому стараюсь... Ну, каждый раз все равно спрашивают, каждый раз... Да. А организм сам борется с этими бляшками, да? Почему он? Это же солидный процесс, по идее. Он должен выводить это гной. Ну, как бы он там... Ну, как бы борется, собственно, гной – это и есть борьба. Ну, то есть... Как бы объяснить-то? Гной – это погибшие иммунные клетки. Это, ну, если мы смотрим вот у нас в прыщах, то есть гной – это приходят лейкоциты, они жрут бактерии, переедают их, там, объедаются, умирают и так далее. В сосуде это просто приходит там макрофаг, он поедает этот окисленный холестерин, липопротеиды низкой плотности окисленный поедает, там объедается, тоже погибает, образуется вот этот детрит мертвых, погибших иммунных клеток. Это это результат борьбы нашего организма. А удаление уже этих мертвых клеток не происходит. Да, он отграничен вот этой вот, он отграничивается вот этой капсулой бляшки фиброзной. Вот, просто чем активнее воспаление, тем тоньше капсула, там выделяется такие металлпротеиназы, такие ферменты, которые ее разрушают. Нарушение проводимости, системы проводимости сердца является, то есть, сказать, привлечение? Смотря какое. Ну, блокада левой ножки пучка ГИСа там, или неполная блокада – такое. Но надо все равно сделать УЗИ сердца. Нет, сделать УЗИ сердца просто. Сделать весь этот комплекс, и там становится понятно. Блокада – это это не диагноз. Ну, кто-то врожденный, у большинства спортсменов была неполная блокада правой ножки – это скорее правило, чем исключение. То есть у многих спортсменов блокада правой ножки есть. Я слышал такую теорию, что продолжительность жизни зависит от количества ударов сердца или количества дыхания. Есть ли в этом вздохов, выдохов, есть ли в этом доля правды или это миф? Ну, скорее это как-то расхожее такое мнение. То есть нет рекомендации уменьшать количество вдохов, выдохов или количество ударов сердца. Ну, нет, наши препараты, то есть для сердечников мы стараемся снизить частоту сердцебиения, но это для больных людей. Мы назначаем бета-блокаторы и считаем, что оптимальный пульс в покое у людей с проблемами с сердцем 55-65. То есть мы снижаем, потому что мы облегчаем работу сердца. Чем реже сердце работает, тем ему полегче. Но это касается больных людей. Это практически как есть заблуждение такое вообще распространенное, что у мужчин есть определенное количество половых актов, их надо экономить. Да, наверное. Я до определенного момента экономил. Есть некий совет, который для всех был как такой бейслайн, да, из серии там. Нет, вот правда, вот все рекомендуют, то есть не курить, делать регулярные кардио без фанатизма. Делать чекапы, безусловно, потому что, я говорю, все катастрофы, они возникают на фоне полного здоровья, они возникают внезапно. Дело в том, что
все, когда возникают симптомы, они возникают всегда на последней стадии заболевания. Все симптомы практически у всех заболеваний возникают на последней стадии. Поэтому онко, сердечно-сосудистые и так далее. И когда они возникают, уже поздно что-либо делать. Либо резать, не дожидаясь перитонита, либо уже ничего не сделаешь. Поэтому надо просто регулярно ходить, все проверять. На самом деле не так уж и много там, что надо проверять. И вот так, тогда это вот залог активного здоровья. А какой-нибудь суперприемчик? То, что вот, то, что врачи там для себя, да, нет никакого чуда. Вот все просто. Принимать назначенный препарат. Если вам назначили препараты, не надо бояться за свою печень, просто принимайте. Ну, смотря кто, правда, назначил. Значит, давайте так, прям дневник давления, ЭКГ, УЗИ сердца, дуплекс брахиоцефалов, там стандартная биохимия, липидограмма, цереактивный белок, уличетворительный гормон, щитовидной железы, глюкозу. Я хотел, подводя итоги, зафиксировать. Давай. То есть первое, это 3 дня давления, да? Да, 3 дня. Надо покупать аппарат. Ну, либо можно сходить в аптеку, там во всех аптеках есть они прибитые там гвоздями, но можно прийти и сделать измерение. 15 минут надо посидеть, правильно? А вот, кстати, да. Не, ну все в порядке. Все в порядке с ними. Не бойтесь, да. Так, 3 дня давления. Первый пункт. А, второй пункт. 3 дня померили. ЭКГ, да. Давление ок. Нет, не важно. Оно не зависит ни от чего. Просто. ЭКГ. ЭКГ, да. ЭКГ без нагрузки, просто ложишься. Просто обычный стандартный ЭКГ. Стресс-тест не нужен. Так, на данном этапе нет. На этапе кардиочекапа не нужен никакой стресс-тест. У стресс-теста есть показания. Это сжимающая боль с грудиной при физической нагрузке, если они возникают, то это показания для проведения стресс-теста. Здесь не надо. Значит, УЗИ сердца, ЭКГ. ЭКГ, да. А, дуплекс брахиоцефалов. Дуплекс. Брахиоцефалов. А я оценку. Цефалов. Кто это? Это сосуды пятерка. Да, значит, это сосуды шеи. Это сосуды шеи. Да, это другая пятерка. Сосуды шеи. Да. Это сонные артерии, да. Это УЗИ, смотрим. Да? Это ультразвуковой метод, другим датчиком, но... То есть они вместе делаются в одном тесте, видимо, да? В одном исследовании? Нет, это разные. Это там разные датчики даже. Но аппарат один? Аппарат один. Врач один? Датчик поменял и сделал? Ну, типа. Ну, нет смысла объединять их ниш. Ладно, извините. Пятое. Значит, общий анализ крови, общий анализ... Ну, да, сейчас я... Короче... Давай я напишу, если я смогу написать, значит, люди смогут запомнить. Нет, я подробно. Смотрите. ОАК, ОАМ. Общий... Ну, просто много писать. Общий анализ крови, общий анализ мочи. Биохимия стандартная. Сейчас зачем? Моча раз врача. Потому что в организме все взаимосвязано. Серьезно? Ну, мы от сердца до мочевого пузыря там 35 сантиметров тоже. Вот, значит, АСТ, АЛТ, КФК, ГГТ. Ну, просто записывайте. Записывайте. Ну, потом сфоткайте, проверяйте, кому это надо. Мочевая кислота, глюкоза, ТТГ, билирубин, амилаза. Так, теперь, значит... Так, липидограмма. Это уже 6-й пункт? Или сюда? Да. 6-й. Ну, это... Ладно. Ну, это тоже одним анализом уже сдается. Да.
тоже биохимия, липидограмма, но можно немножко коагулограммы, там чуть-чуть. Ладно, фибриноген. А минимальный? Это минимум, да-да-да. Так, и С-реактивный белок. Это тоже кровь, да? Да, ультрачувствительный. Все? Все, все. Ну, смотрите, на самом деле ничего сложного. Вот нет, нет, все, нет. Вот, а вот это все красное, это кровь. Это кровь, да. Красная это кровь, да. Да, а это... Ну, то если прийти это... к вам в клинику, да. То все поймут и сделают, да? Сразу? Да, да. Сколько это стоит у вас? Спасибо, я не знаю. Спасибо за интерес. Нет, ну кровь можно сдать и в лаборатории. Фибриноген. Нет, это все вы сделаете у себя там в лаборатории, в инвитро рядом с домом. Да. Ой, ну там волков боятся в лес не ходить. Каждый раз думать, где можно делать. Ультрачувствительный, да. Алексей, да. Да. Два вопроса. Правильно я понимаю, что если посмотришь диету для диабетиков, то значит, что это правильные продукты для сердца, да? То есть, что можно диабетикам, значит, это хорошее питание. Да, там мало вот этих плохих ребят. Ну, не то чтобы прям правильно для сердца, но есть как бы оптимальная средиземноморская диета. Там рыба, морепродукты, много овощей, там чуть-чуть винца, да, оливковое масло. Вот, и вот второе, про размер сердца. Говорят, что вот у марафонцев, ну, те, кто долго тренируется, их размер сердца растет, и потом важно поддерживать как-то нагрузку регулярную, или вот неважно поддерживать ее. Ну, но смотрите, есть два понятия. Есть спортивная гипертрофия, а есть гипертрофическая кардиомиопатия. И в некоторых ситуациях очень сложно их между собой дифференцировать. И вот эта вот смерть там хоккеиста на поле, у него просто все думали, что у него спортивная гипертрофия, то есть сердце, сердечная мышца. Когда сердце – это мышца, которая, если ее тренировать, она тоже увеличивается в размере. Но есть и генетическое заболевание, гипертрофическая кардиомиопатия, которая там опасно жизнеугрожающими аритмиями. И если человек активно занимается спортом, ты делаешь там УЗИ сердца, и здесь там толстая стенка сердца, и здесь толстая стенка сердца. И непонятно, если не делать специальных там тестов, не смотреть, то... Но есть простой, там, перестаешь заниматься спортом, при спортивной гипертрофии стенка уменьшается. Ну, так же, как любая мышца. Бросили гантели, через пару месяцев все уже, бицепс сдулся. Вот. Точно так же и с сердцем. То есть, если спортивная гипертрофия, сердце уменьшится, а если гипертрофическая кардиомиопатия опасная, то она... Сколько нужно ждать, когда она уменьшится? Ну, несколько месяцев. А увеличилась? Да. Ну, чего? Бросать, вот, опасно или нет? Марафон пробежал или там Iron Man сделал, и потом два месяца лежишь на диване. Это плохо? Ну, это... Ну, это... Но лучше, чтобы быстрее восстановить. Ну, как бы, мы должны честно признаться, что марафон для сердца, ну, так себе. Там есть эффект кардиотоксичности и так далее. То есть, ну, двадцатка нормально, а вот уже 42 это... Там даже не давление, но потом просто заканчиваются все ресурсы, сердце начинает само себя там поедать, мне кажется, вот из-за этого. Смотри, это же вопрос тренированности. Да. Ну, то есть для кого-то и 10 километров приводит к таким эффектам, а для кого-то... 40. Ну, мне кажется, нет. Все вопрос в запасе гликогена. Гликоген-то все-таки он определен, ну, примерно одинаково. Но его там... Ну... Нет, а если питаться нормально в течение марафона, гели там... Ну, ладно. Окей, все, уговорили. Да. Да. У вас божий дар, вы долго живете с пониженным давлением. Зачем это лечить? Если вам плохо, то, конечно, можете немножко что-то... Кофеем немножко. Да. Ну, там, что там еще? Женьшень, левзе, оралия, лимонник, что там еще употребляется? Никаких проблем, кроме головокружения, это не...
головокружение, да, можете в душном помещении, да, в обморок падать, но просто больше при подъеме резко кружится голова, потому что, ну, чем ниже давление, тем больше вероятность, что при перераспределении кровотока снизится давление в головном мозгу, но при этом статистически достоверно, что гипотоники живут лет на 10 дольше, чем гипертоники и нормы. Нет, это пониженное, но это пониженное, да. Нормально 120 на 80. Сердце начинает увеличиваться, когда начинаешь бегать, годы, конечно. Годы, да. Я могу сказать по своему опыту любительскому абсолютно. Я начал бегать в 2008 году, готовясь к первому марафону, который вреден. Было 70. Что было? Было 70. Да, я делал УЗИ, и на УЗИ вам покажут ударный объем сердца. И можно, ну, у меня был там 70, да, с копейками. И вот мы с Алексеем делали недавно снова. И, ну, я еще делал пару раз между, но вот сейчас там было около 110. Почти на 40 миллилитров увеличился ударный объем за 8 лет регулярной тренировки. Я не бросал, но все, я продолжал. И это хорошо, да? Да хрен, я знаю. Ну, нет, понятно. Ну, мне как человеку осторожному всегда надо сказать, что, ну, я за нагрузки, но я за умеренные нагрузки всегда, за регулярное умеренное кардио, то есть без фанатизма. Ну, то есть, да. Вот, Леш, был у тебя на пунктик, как дожить до 100 лет, да? Вот сколько надо бегать, там, неделю, не знаю, месяц, чтобы... Там, 300 минут в неделю умеренного кардио. Для ну, то есть каждый день по 45 минут. 300 минут в неделю. Ну, бег, 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 бег стоит. При каком давлении, при каком пульсе бегать? В смысле, при каком давлении? Ну, при пульсе там 140, ну, плюс-минус. 145 плюс-минус. Алексей, а вы считаете, что генетическими манипуляциями можно, да, снизить индекс энтерогенности? Коэффициент. Да, можно, но не борясь с холестерином лично, а просто избегая тех продуктов, которые мы все знаем, что они вредные. Кроме простых углеводов, что еще его повышает? Ну, там все вот эти вот... Мы все знаем эти продукты, правда. Вот все, которые названы... На ночь, да, давайте на ночь, там, вот... Ну, каждый личный, или я могу прям группы какие-то выделить? Группы, а просто группы. Да. Ну, все, что вкусное, это вредно. Правда. Но я правда, нисколько не пытаюсь сейчас эпатировать, просто все, что вкусное, это у нас со вкусом связано, там, все жирные продукты, они все вкусные для нас. Вот. И все там легкие углеводы, сладкое, значит, вкусное. Вот. Мы должны есть то, что не очень вкусное, соответственно, это... Ну... А как быстро он изменяется? Потому что есть... Ну, это при проблемах с веществом. Я себя, например, не ограничиваю. А человек, например, у него 4,5 коэффициент, он полгода сидит на средиземноморской диете, и он не меняется. Да, есть вообще тяжелая ситуация. То есть за счет, ну, для этого существуют лекарственные препараты. Но в большинстве случаев нельзя ограничиться просто там, снизить давление, просто перестав есть соль или снизить холестерин, перестав там, модифицируя питание. В большинстве случаев это прием лекарственных препаратов в отношении холестерина, статины, которые снижают липиды низкой плотности, могут чуть повысить высокую плотность. Ну, короче, вот так. Просто все говорят, что диетические манипуляции, его можно снизить, но на практике я такого не встречал. Человек не сменяет привычки. Не сильно. То есть можно, но не сильно снизить его. Друзья, идея понятна? Да. Давайте Алексея поблагодарим.